Здравствуйте. И позвольте развить скандальную историю избиения муниципального депутата Елены Ткач. Сегодня на эту тему мы беседуем с ее супругом Романом. Роман, здравствуйте. Собственно, что послужило спусковым крючком для этого гераклического подвига, в кавычках, господина Филиппова, который ударил, точнее, толкнул вашу супругу? Ну, было у них очень большое желание. Филиппов был человек, который пришел с застройщиками Ройтманами. И было большое желание устранить Лену, потому что Лена требовала на это во время этих слушаний удалить из зала всю группу поддержки, которая там находилась абсолютно незаконно, была произведена на автобусах, которую застройщик привел для того, чтобы изобразить, что жители хотят, чтобы здесь все снесли и строили что-то новое. О каких домах конкретно шла речь? Речь идет, вот, собственно, об этих вот двух домах. Дома 13 и 15 по Казихинскому переулку. Дома находятся в городской собственности, на самом деле, до сих пор. И в них есть еще другие частные собственники. Здесь есть две фирмы, работающие помещения, которые, на самом деле, непонятно, по каким причинам должны отсюда уехать и позволить Ройтману все снести и заработать денег. Неоднократно здесь обещали московские власти. Собянин на встрече с муниципальными депутатами Москвы говорил, что по этим домам может быть только ремонт и реставрация, никаких сносов не будет. И, в принципе, уже когда все это было в мае высказано, но после той истории, когда, собственно, довольно нашумевшая в интернете, когда Дмитрий Гудков позвал Лену на встречу, куда пришел Евгений Ройтман, они убеждали ее поддержать этот снос, Лена это все выложила в интернете тогда. Был шум. Вот после этого, собственно, были заданы вопросы представителям власти, они клялись, что ничего не будет. Муниципальное собрание принесло, депутаты подписали бумагу, что они все категорически против этого всего проекта в застройке, там, любого снесения здесь всего. Мосгорнаследие сказало, что он разработал охранную зону по Патриаршим прудам, куда входят эти дома, имеют статус ценно-градоформирующих объектов. Ну, то есть с ними нельзя делать ничего. Однако, буквально сразу же после выборов московского мэра, где победил Сергей Семенович Собянин, вышло, как говорят в управе, распоряжение Хуснуллина вынести этот проект, вот этот ВГПЗУ, то есть параметров возможной застройки, на публичное обсуждение. Значит, депутаты Пресненского совета тут же обратились к ним, что это на самом деле нарушение установленных правил, когда правила проекта на публичное обсуждение выносится только после того, как они представляются на муниципальное собрание, если муниципальное собрание согласно вообще с возможностью такого проекта. Тем не менее, управа в обход мнения избранных, замечу, депутатов вынесла это все вначале на экспозицию, потом на публичное слушание. И с самого начала, как началась эта экспозиция, начались попытки фальсификации. То есть начали туда загонять народ, который здесь не живет, который, судя по тем адресам, которые они показывают, живет в районе 3-го транспортного кольца. Это примерно там несколько километров, километров 5, наверное, отсюда. Которые даже приходили, и тут приходили студенты ПТУ, там, которые говорили прямым текстом, что нам тут заплатили денег, чтобы подписаться за стройку. Их всех выгоняли, шли постоянное дежурство, были столкновения там жителей с застройщиками. Одного жителя у нас били ногами уже, на самом деле была такая история, Дениса Воробьева. То есть история, я так понял, приобрела уже давно криминальный такой оттенок? Давно криминальный оттенок. Она, на самом деле, это вылилась, в конце концов, в этот день, когда они устроили публичные слушания, когда они нагнали охраны, которая не представлялась, била журналистов при входе, и когда туда все-таки мы прошли. И прошла еще группа жителей, действительно, которая там находилась, именно вот этих... Настоящих жителей. Настоящих жителей. Вот там случился скандал. Кабалена потребовала вывести из зала людей, не имеющих отношения к, собственно, к рассматриваемой территории. Ну, это прямое, на самом деле, требование градостроительного кодекса Москвы. Как сейчас чувствует себя Лена? Лена, ну, как сотрясение мозга, слабость, лежит в постели. Где она находится сейчас? В Боткинской больнице, в отделении нейрохирургии находится. Что врачи говорят? Долго будет лечение? Говорят, что, по крайней мере, видим, до конца следующей недели она будет находиться в больнице. А вы заявление писали на господина Филиппова, на Ройтманов? Приезжал вчера полицейский, сотрудник полиции, почему-то участковый, всего лишь, значит, того места, где находится управа, в больницу, и как бы я находился в этот момент тоже там, и мы писали, Елена и я написали заявление. На самом деле, когда полиция начала говорить, что мне поступило заявление, что, в общем, со стороны, они очень сильно лукавят, потому что вообще-то, если человек поступает с травмами, полученными в результате нападения, по скорой помощи, они обязаны начинать расследование, вне зависимости от того, поступило от него заявление или не поступило. Потому что зачастую человек поступает в таком состоянии, когда он не может написать заявление. Слава. Вы будете настаивать на том, чтобы господина Филиппова наказали? Мы считаем, что необходимо уголовное дело. Мы считаем, что необходимо уголовное дело по статье 277.
Это угроза жизни политическому либо общественному деятелю. Потому что при исполнении, да, в тот момент, как бы целью вот этого всего нападения Филиппова было прекратить осуществление депутатской деятельности Лены Ткач в тот момент. Лена, кстати, выбрана вот именно здесь. То есть именно вот здесь живут избиратели, вот все, которые избирали, это именно по прямой ее округ. А как избиратели на это отреагировали, на то, что избили их депутата? Ну, огромное количество сейчас идет звонков. Мы собираемся собраться здесь вот в воскресенье, какое-то небольшое обсуждение в 4 часа. Вот в этом сквере как раз будет у нас встреча и людей, и жителей, и приедут, видимо, из других мест. Люди, конечно, возмущены. Люди возмущены, потому что такого беспредела не было даже при Лужкове. То есть вот такой наглости и чувства безнаказанности со стороны застройщиков, ну, там все растет и растет. И вообще, на самом деле, вот первые шаги после избрания Собянина и в этой ситуации, и по ряду других вещей, они напоминают так, разграбление города войсками победителя, потому что масса проектов прошло сразу же сносную комиссию. Появилась сразу, причем проекты, которые давно были отклонены, которые, как бы, уже считалось, что никогда они снова не всплывут, они вдруг вынесены, по всем принято положительное решение о сносе, о возможном. Вот это такой момент, когда они чувствуют свою безнаказанность, они чувствуют, что не могут это делать, что у них вот есть, кстати, выбранный мэр, они могут делать, что хотят, как им кажется. Спасибо вам большое, Роман. Скорейшего выздоровления вашей супруги. Мы будем продолжать следить за развитием этой скандальной истории. Смотрите «Политвестник».